Политехнический университет города Картахена специализируется в области технологий и управления бизнесом. Вся территория университета охватывает около 150 тысяч квадратных метров. Это исторически реабилитированные здания, парки, спортивные сооружения, многочисленные лаборатории, кабинеты и общежития. Все необходимое для достижения высшего уровня университетского образования. Создан в 1998 году, всего за 15 лет Политехнический университет Картахены смог позиционировать себя как один из наиболее продуктивных исследовательских университетов, третий по величине в Испании, что касается, например, Высшей технической школы архитектуры и строительной техники. Более 8 тысяч студентов учатся каждый день в наших 7 центрах и 2 филиалах, расположенных в 3 кампусах в самом историческом центре города. Университет предлагает 17 программ на степень бакалавра, 12 на магистра и широкий спектр дополнительных программ докторантуры, а также специальную подготовку специалистам по требованиям предприятий, даже в период кризиса. Кроме того, наш университет предлагает непрерывное обучение и каждое лето преподает более 40 курсов. Политехнический университет Картахены характеризуется своим обучением. С первого же года студенты активно обучаются в лабораториях университета или на предприятиях. Также практикуется и другая формула – участие команд в конкурсах для проектирования и строительства транспортных средств на солнечной энергии, выход на рынок труда по выбору предпринимателей и различные договора о сотрудничестве. Политехнический университет Картахены ежегодно принимает множество международных студентов, которые учатся в магистратуре и докторантуре. Двуязычная программа бакалавра в области управления бизнесом, преподавание английского языка в сельскохозяйственных и телекоммуникационных науках и двойные дипломы с зарубежными университетами, так же как и другие интересные инициативы, открывают двери на рынок труда в пределах и за пределами наших границ. Основой преподавания в Политехническом университете Картахены является его качество. Совершенствование и инновации нашего университета в очередной раз признаны в этом году наградой «Универсия» от Министерства образования, культуры и спорта Испании за достижение наилучшей системы образования на доступных для всех бесплатных программах. Благодаря нашим стипендиям и учебным пособиям, ни один студент не исключается из университета по финансовым причинам. Выпускники нашего университета высоко ценят то, что во время их пребывания могли пользоваться лабораториями и мастерскими, оснащенными новейшими технологиями, учебными комнатами, спортивными программами, общежитиями, столовыми, студенческим домом, языковыми услугами, летними курсами и разнообразными культурными мероприятиями.
Поступив в Политехнический университет Картахены, вы найдете еще один способ выучить, еще один способ узнать. В Политехническом университете Картахены мы учим будущее. Не упустите ваш шанс!